a tutti, cari miei amici. Ho preparato la valigia e sono andata a fare questo weekend. Adesso vi dico dove. Non posso mettere tutti i miei amici dentro questa valigia, ma vi posso invitare a passare questo bellissimo, meraviglioso weekend insieme con me in una città più bella e più meravigliosa in tutto il mondo, questa Mosca. Questa mia carissima Mosca, qua sono cresciuta, qua sono passati più belli miei anni, qua ho imparato tantissime cose e oggi vi apro le mie piccoli segreti, vi faccio vedere cose interessanti, vi faccio conoscere con le persone interessanti, posti meravigliosi, seguitemi, andiamo! Москва – это динамика. Ой, город-сказка, что там говорить? И лицом в грязь, я не хочу здесь упасть, поэтому побежали наводить красоту. Друзья мои, дерматовенеролог, доктор-косметолог Бабинецкая Анна совсем недавно презентовала свою книгу «Сила пептида». И сейчас мы будем делать мне красоту. Биомиметические пептиды – это разработка корейской лаборатории Караген, который делает женщину молодой, красивой, встраивается в линейку клеток, где нужно именно его вмешательство, и делает свою работу. Друзья мои, это такой кайф, вы даже не представляете. В этом городе на первом месте стоит имидж. Так и говорят русские люди, что встречают по одежке. Имидж – это личность. Поэтому здесь огромное количество персональных стилистов, имиджмейкеров и даже тех, кто к этому не имеет никакого отношения. Это как попасть в лес и перепутать березу с сосной. Поэтому я хочу вас познакомить с одним стилистом, который входит в топ-100 самых стильных людей России. Я с огромным удовольствием сейчас вам всем хочу представить международного эксперта моды Александра Белова. Привет. В какие краски ты оденешь нынешнее лето? Слушайте, меня просто задала не сегодня, наверное, где-нибудь в марте. Я бы сказал, что лето надо одевать обязательно в какие-нибудь теплые краски, в яркие. Может быть, это было бы какой-нибудь ярко-голубой, ярко-желтый или какие-нибудь еще, потому что солнце хочется его видеть. Но сейчас вот я вышел на улицу сегодня, я понял, что в этом году лето будет обязательно голубое, синее, какое-то такое очень прохладное и не такое теплое, как хотелось бы. Ну вот я в основном одеваю мужчин, так что сложилось, и приходят мужчины ко мне, которые покупают те вещи, которые им не идут, и почему так происходит, это есть несколько простых правил, которые может следовать мужчина. Значит, первое, подберите одежду себе правильно по цвету, посмотрите свое лицо, если у вас лицо контрастно яркое, у вас темные волосы и светлая кожа, у вас много лица контраста, покупайте цвета более яркие. Лицо более приглушенное, у вас волосы и кожа по цвету близки по тону, значит, покупайте цвета более приглушенные, например, там серый, бежевый и так далее. Это правило номер один. Второе правило. Купите, сделайте так, чтобы вам вещи подходили по стилю. Важно делать так, чтобы вещи, когда вы покупаете, вы понимали, они, вы покупаете вещи, которые вам будут комфортны или которые вас будут делать более эффектным внешним. Хотите выглядеть более эффектно, лучше взять, например, пиджак, а не свитер. Или рубашку, нежели футболку, или, например, пальто, нежели спортивную куртку. Однако, если хотите одеться более комфортно, стоит присмотреться к футболке, спортивным штанам и куртке. Разумеется, я буду выбирать пиджак, поэтому рекомендую выбрать это дело и вам. Далее, третье. Когда покупаете вещи, когда вы поняли, лучше купить пиджак, а не свитер, посмотрите на все остальные вещи. Купите под пиджак рубашку, купите обязательно ремень, штаны, которые на вас будут аккуратно сидеть, обувь, которая будет подходить к этим штанам. И важно, чтобы эта обувь была подходящая под цвет стальной комплект. Часто вижу, мужчины покупают себе спортивные кроссовки под какие-то комплекты более классические, или наоборот, туфли, как костюмы, которые носят под джинсы. Все это очень нехорошо, поэтому обратите большое внимание на выбор обуви, и выбор обуви поможет сделать ваш комплект более завершенным.
Четвертый совет, он же предпоследний. Обратите, пожалуйста, внимание большое на посадку вещей. Часто бывает так, что люди покупают размер примерно так, чтобы пришел какой-нибудь, у меня М-ка, у меня L-ка, купил, надел, вроде ничего, вроде нормально, но что-то не подходит. Не подходит все потому, что продают стандартные размеры S, M, L, XL, а все люди, в том числе мужчины, они имеют размеры не всегда стандартные. У кого-то есть живот, у кого-то перекачанные плечи, у кого-то невысокий рост, у кого-то рост очень высокий. И часто бывает так, что размер садится нехорошо. Поэтому, когда купили вещь, отнесите ее в ателье и доработайте по размеру на себя. Я скажу вам больше, 80% вещей, которые мы покупаем с клиентами, требуют доработки в ателье, мы так это делаем. Купили себе футболку, она длинная, укоротили. Купили себе рубашку, она причем хорошо, но она широкая. Приталили рубашку, ну и так далее. Дополните ваш образ аксессуарами. Аксессуары – это такие вещи, которые в целом несут такой нагрузки, как что-то очень важное, как защита от холода или что-то еще, однако они очень примечательны в образе и запоминаются людям. Не надо покупать какие-то нелепые вещи, такие как печатки, возможно, кольца, которые вы не умеете носить. Купите хотя бы часы, которые будут вам добавлять статуса, и плюс такие типичные вещи, как ремень, сумку, где вы будете носить вещи, а возможно, если потребуется для лета, шляпу, головные уборы или солнцезащитные очки. В этом случае вы будете всегда выглядеть превосходно. Спасибо огромное за беседу, за эти бесценные советы. Юля, я просто был в восторге, когда я понял, что у нас будет такая беседа. У меня просто случилось что-то где-то в груди, какой-то прям такой очень хороший кивок. Москва-Сити. Международный бизнес-центр. Moscow City. С огромным количеством офисов, ресторанов и смотровой площадкой для всех. Это идеальное место для успешных людей, бросающих вызов времени. Всех тех, кто стремится к совершенству. Всех тех, кто любит комфорт и высокий уровень качества. Ну а я здесь не просто так. Хочу познакомить вас с одним успешным человеком, который за короткий срок добился большого результата. В Москве, дорогие мои, слабому не выжить. Поэтому я отведу вас сейчас в самое крутое место Москвы и поделюсь с вами моим маленьким секретом. Пойдем? Это место, где вас сделают не только красивыми, но настоящими и уверенными в себе. Хочу представить очень супер крутого человека, Артур. Артура. Всем привет. Я не один, я на самом деле с братом, поэтому и называется вся концепция Brothers Boxing Club. У нас первая студия находится напротив парка Горького, вторая здесь, и третья открывается через две недели напротив гостиницы Украины, Кутузовский 3. Это была реклама, да, запишите. Суть всего Brothers – это быть настоящим, на самом деле. Когда ты настоящий, качественно ведешь тренировки, когда ты все с душой подходишь к делу, соответственно, будет и результат. Ну, это все мы знаем, когда ты любишь то, чем ты занимаешься, это самая крутая работа, и вообще результат у тебя будет потрясающий. Ну, может, глянем, покажи клуб, покажи, погнали. После утомительной тренировки нам всем нужно подкрепиться. Пойдемте кушать. Москва не похожа ни на один город мира. И как ни в одном городе мира здесь можно вкусно поесть любую кухню, любой части света, в любое время дня и ночи. Он джокаки на той назе, практически. Немного. Я нарды люблю, обожаю нарды. Просто хлебом не корми, дай поиграть в нарды. А Моска, часовно у Накатина, ресторан, который называется Чайхана номер 1, 2 Point.
non è soltanto mangiare, tu puoi riposare, ci sono questi bellissimi cuscini, puoi stendersi, ma soprattutto ordinare questo gioco dopo il mangiato e giocare un po' nel tuo gioco preferito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Cari amici, questo è un shashlik, vero shashlik, guardate che bello. Hop, voilà. Нам нужно набраться сил, потому что завтра у нас будет очень важный день. Очень, наверное, много сюрпризов. Посмотрим. Buongiorno a tutti, la seconda giornata di Weekend con Giulia appena iniziata, io sono pronta e spero che questa giornata piena di tante cose belle. Andiamo! А знаете ли вы, что точный возраст Москвы неизвестен? Отсчет начали вести с 1147 года, поэтому примерно Москве сегодня 866 лет. К Москве все относятся по-разному. Есть те, кто не любит этот мегаполис из-за быстрого ритма и суеты, но таких всего 20%. Остальные всем довольны, приехав за мечтой, покорили Москву и живут, вращаясь в этом сумасшедшем ритме. Но в душе каждого из нас в любом случае Москва оставляет свой след. Ecco, gelato russo, chi vuole gradire? Chi gradisce? Здравствуйте, можно нам мороженое? А нам эскимо. La signora chiede dove ho comprato queste bellissime scarpe. In Italia, ho comprato in Italia. Prendiamo melone, fior di latte e la fragola. Questo per un operatore mio. Questo per un altro. Questo per un altro. A questo per un altro. Buon gelato a tutti. Venite a Mosca. Qui vi piacerà sicuramente. Спасибо вам. Всего доброго. Храм Христа Спасителя – это главный храм России. Он был построен как благодарность Богу за помощь и заступничество в трудный период России. Ну а всего в Москве 837 храмов и часовен. Россия – огромная страна. Москва – многомиллионный город. И здесь огромное количество талантливых людей. К одному из них я вас сейчас и отведу. Привет! Пожалуйста, прошу. Слушай, я так счастлива, что я сегодня здесь. Очень и здорово, опять мы с тобой встретились. Да, 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 да. Я хочу представить свою коллегу. Это Анна Чистова. Очень приятно, Юля. По костюмам снимают много-много-много классного кино. Матрешка.джи по-итальянски. Дорогие друзья, не хочу хвастаться, но тот образ, который создал Дмитрий Логинов совсем недавно на
конкурсе красоты, это была Миссис Вселенная 2018, я была самая крутая, потому что мне нравится, ой-ой-ой, как мне нравится быть не такой, как все. И вот твоя коллекция, твой бренд – это не то, что как у всех, это эксклюзив. Расскажи немножечко о своей коллекции, о своем стиле. Что это? Слушай, ну если учесть, что у меня опыт практически 20-летний, и я всю свою жизнь, можно сказать, ищу этот самый путь, этот самый стиль. И мне говорили, что я и минималист, и человек, который делает эпатажные вещи, и человек, который вдруг занялся классикой и создает и то, и то, и то, и черное, и белое, и принты, и все на свете, то вычленить, наверное, какими-то одним-двумя словами будет очень сложно. Но, в принципе, вот все, что я сейчас сказал, это и есть мой стиль. Классика, но в то же время эпатаж, и в то же время лаконичный крой, и, наверное, элегантность, которую я люблю в женщинах. Друзья, Дмитрий Логин, запомните, это эпатаж, это элегантная классика, вкусная элегантная классика, супер эксклюзивные наряды, которые неординарные, которые вы не увидите ни на ком, в этом я вам могу вас уверить, ни на красной ковровой дорожке вы не увидите. Ну как же? Нет, вы увидите на красной ковровой дорожке. Но не на всех подряд. Вы не увидите дублированного платья, то есть этого не будет, потому что это кутюр. Совершенно верно. И мне так не терпится, потому что хочется еще что-нибудь померить. Так давай же померяем. Давай, давай, я хочу. Вещи созданы для того, чтобы их надевать. Потому что все мы девочки любим, но не только девочки, также и мальчики. Поэтому приходите к Дмитрию Логинову, если вы хотите быть индивидуальными, эксклюзивными, неординарными и эпатажными. Да. Пойдем мерить? Пойдем. Пойдем. Царские угощения. Что может быть лучше? Блинчика да с икорочкой и рюмочкой водки. Не зря я выпила водочку. А знаете почему? Потому что у меня болит душа за Италию, так как Италия не попала на этот чемпионат мира по футболу. И знаете, что мы сейчас сделаем? Отправимся в самое сердце Москвы, на Красную площадь, и спросим людей, не хватает ли им Италии на этом чемпионате мира по футболу. Пойдем? Allora, adesso stiamo in centro di Mosca sulla via che si chiama Nikolskaya e sulla questa via usciamo nel cuore di Mosca sulla Piazza Rossa, ovviamente. Andiamo. E ragazzi, ci sono tantissimi gente. Hola. Hello. Arrivata la gente in tutto il mondo qua, ci sono tantissimi turisti, una cosa incredibile, emozionale, mi vengono brividi ragazzi, che bello, sono molto molto fortunate che a questi mondiali FIFA 2018 sono qua a Mosca,
Bello, guardate, guardate, allora. Короче, куда пойдем? Приведи, la mosca è meravigliosa e non si può fare vedere in due giorni tutta la mosca, questa missione impossibile. Però adesso vi voglio dire, vi voglio raccontare una cosa molto interessante, che da poco tempo hanno costruito questo parco che si chiama Zariadie, è l'unico parco nel mondo dove hanno messo insieme tutti i piante che esistono nel mondo. È una meraviglia, molto bello, la gente esce e cammina qui, e la sede, il logo di questa area, qui c'è la Piazza Rossa, e lì c'è il fiume Mosca, una panorama bellissima. Venite tutti a Mosca. За кого вы будете болеть? Ну, за Россию, конечно. За Россию? Да. А неужели вам не хватает Италии? Ну, это вообще очень печальный факт. Это вообще странно, почему такое событие произошло, почему Италия не попала на чемпионат мира. Это очень удивительно, очень переживаю. Тогда хотел я вас попрошу сказать на итальянском «Forza Italia» на камеру, пожалуйста. Вместе. Forza Italia! We're here for the World Cup. We've taken 24 hours to get here. We're pumped and ready to go. I love Italian football, but I never watch it. Premier League for me. Yeah, they didn't make the World Cup. I think the World Cup is worse for not having Italy. They're one of the world's greatest nations. Forza Italia! Вы знаете, что мы сегодня ночью приехали из Израиля специально болеть завтра за Россию? Серджио, molto piacere, Giulia. Приятно. Скажите, вам нравится футбол? Очень нравится футбол. За какую команду вы болеете на этом чемпионате? Ну, естественно, на мировом футболе болею за Россию, конечно же, я болею за свою родину. Но на межпромежуточных я люблю очень Реал. Реал Мадрид. Это мой второй фаворит. Россия вперед! Россия, больше в обороне и в прорыв! Форца Русия! Форца Москва! Форца Москва! Ну что, дорогие мои, ни я, ни Москва, мы с вами не прощаемся. Мы обязательно сюда вернемся. Желаю всем мира, любви и добра. Ваша матрешка.g.